Понять, насколько европейцы напуганы поведением гостей, достаточно заглянуть вот в этот клуб боевых искусств. Здесь учат, как вести себя в агрессивно настроенной толпе, как защищать спину и как прорываться сквозь заслон из крепких мужчин. Именно такие курсы самообороны пришлись как нельзя кстати. После Нового года в этот зал пришли больше 1000 новых учеников, вернее учениц. Мануэла, одна из самых активных на тренировке о боевых искусствах, и не думала, пока не заметила, как 3 вечера подряд за ней по пятам ходит молодой человек восточной внешности. Сначала она позвонила в полицию, а через полчаса будущему тренеру. Я советую всем немкам обязательно записаться на такие курсы, как наш. Это надо сделать, чтобы не повторилось то, что случилось в Кёльне, где девушки пытались вырваться из толпы, но у них не было шанса.